Уважаемые абоненты коммунального предприятия теплоснабжения города Одессы, теперь вы можете оплачивать за потребленную тепловую энергию через личный кабинет на сайте нашего предприятия. Для получения доступа в личный кабинет нужно зарегистрироваться на сайте коммунального предприятия теплоснабжения города Одессы. Для входа в личный кабинет введите свой электронный адрес и пароль. В личном кабинете отображаются ваши инициалы. После регистрации вам необходимо добавить лицевой счет или выбрать необходимый из списка ранее зарегистрированных. Также здесь находится меню выбора дополнительных возможностей. В разделе «История начислений» отображаются оплаты за весь период действия лицевого счета. Переключая закладки, вы найдете необходимый период оплаты за потребленную тепловую энергию. По умолчанию к оплате указывается сумма долга, но вы можете ее изменить. Нажимая кнопку «Оплатить», вы попадаете на защищенную страницу, где указываете реквизиты вашей банковской карты. При оплате комиссия для всех банковских карт отсутствует. Укажите реквизиты вашей банковской карты. Обязательно проверьте, правильно ли указана сумма к оплате. Укажите ваш электронный адрес, на который будет отправлена квитанция об уплате. Уважаемые абоненты коммунального предприятия теплоснабжения города Одессы, еще раз напоминаем вам о необходимости погашения задолженности за потребленную тепловую энергию и услуги централизованного отопления.